Всем привет, уважаемые зрители, с вами говорит Stellaris. И сегодня мы продолжаем проходить игру, замечательную игру под названием Batman Arkham Asylum. Беседа с пациентом. Памела Лилиан Айли. 12 ноября, время 11:33. Доброе утро, Памела. Как сегодня себя чувствуешь? Прекрасно. Сегодня особенный день. Что ты имеешь в виду? Годовщина начала моей новой жизни. Обретение истинной личности и судьбы. Ты говоришь об инциденте с доктором Вудро? Да. О чем же еще? О, тогда я думала, что Джейсон отравил меня, но теперь вижу, он оказал мне огромную услугу. И почему ты считаешь, что он оказал тебе услугу? Он показал мне новый мир. Мир, нуждающийся в моей защите, конечно, мое первое предложение отвергли. Предложение? Ты пыталась убить всех жителей Готэма? Ну, иногда, чтобы что-то расцвело, нужна хорошая пропулка. Так, ну что ж, вот мы послушали первую запись про ядовитого плюща. За свое прохождение я соберу все записи именно для этого персонажа. Не надо больше! Умоляю! Я здесь! Он здесь! Ну а теперь мы наконец-таки добрались до основного места назначения. Как вы помните, в конце 9-й серии Джокер включил электричество, из-за которого Бэтс не смог последовать за главой преступного мира. Мы это попробуем исправить, а для этого нам нужно отключить это самое электричество. И пульт управления, так сказать, этим электричеством, не устану повторять это слово, находится именно в этой комнате. Но мы видим, что здесь держит заложника бандиты Джокера, поэтому нашим первостепенным долгом является прополка, как выражается Памела Айви, прополка среди бандитов, и Бэтс успешно это делает. А теперь мы, наверное, поговорим с Горемыкой заключенным. Спасибо. Как ты? Нормально. Я такую мелочь на завтрак ем. Чем они здесь занимались? Пока меня избивали, остальные крутились у пульта. Без понятия, что они там делали. Вот мог бы и показать, где находится этот пульт. Но мы-то всемирно известный детектив, поэтому и сами разберемся. Но сначала послушаем очередную запись. Беседа с пациентом Памелой Лилиан Айли, 14 ноября, время 10:21. Здравствуй, Памела. Сегодня я хотел бы вернуться к тому, о чем ты говорила во время нашей предыдущей беседы. Спрашивай все, что хочешь. Ты сказала, что твое первое предложение помочь Готэму отвергли. Как ты можешь в это верить? Что ты имеешь в виду? Ты выпустила в город тысячи ядовитых спор. Сотни людей погибли. Кому ты пыталась помочь? Тела мне не интересны, доктор. Отвратительные мешки плоти бродят вокруг, убивая моих несчастных малышек своей жадностью и высокомерием. Но разве ты сама не такой же мешок из плоти? Ты ведь тоже была врачом. Почему ты отвернулась от нас? Очень легко. Но не от тебя, Стивен. Ты не похож на других. Я чувствую, между нами есть какая-то связь. Ты правда так считаешь? Конечно. Похоже, Джокер заминировал пульт. Будет еще сложнее, но я готов рискнуть. Ну конечно, ты же все-таки Бэтмен. А Бэтмен всегда рискует, на то он и Бэтмен. Один из самых классных, самых известных персонажей комиксов серии DC. Ну что, вот и все, ничего особо сложного не было. Мы
легко взломали этот пульт управления. Похоже, я отключил подачу электричества к генератору. Отлично, Кэп. Вот здравая мысль, тем более на видео мы это видели, но ты еще раз нам это подтвердил. Ну ладно, не буду к тебе докапываться, все-таки ты мой любимый персонаж из комиксов. Прежде чем идти исследовать дальше за Джокером, мы возьмем здесь еще пару призов, а также, если не ошибаюсь, карту. Да, вот она карта и приз. Находится он тоже здесь наверху. Все, теперь можем следовать дальше за Джокером. И я надеюсь, что в скором времени мы его найдем, накажем, посадим. Нет, но убивать мы его точно не будем. Какой же ты настойчивый, Бэт! Всегда на шаг впереди. Ну а как ты хотел? Скоро у меня в распоряжении окажется целая армия монстров, накачанных титаном. Только представь, меня несут по улицам, вокруг валяются трупы невинных граждан. Ты просто волшебно! Скорее бы! Ох, Джокер, какой же ты наивный. Ну, ты должен знать, даже по комиксам DC ты должен знать, что Бэтмен тебя накажет. Ведь это Бэтмен. Если бы это был какой-то Супермен в красных парусах или еще кто-нибудь, еще ладно, можно списать было на не такую... Не на такое величие, как у Бэтмена, но это же Бэтмен, черт тебя подери. Как можно так к нему относиться? Он же, конечно, тебя схватит, поймает и, как я уже говорил, накажет и посадит. Ну, может, садить он тебе не будет, этим займутся уже правоохранительные органы. Слава богу! Я думал, ты это в 100 раз быстрее найдешь. Хватит меня подкалывать. Накажу. А когда я наказываю, все плачут. Ведь я Бэтмен. Так, ну ладно, все, отставим лишние разговоры. Давайте комментировать геймплей, как это делают многие. Да, то есть, что видим на экране, то и говорим. Видим мы на экране катакомбы. Не очень люблю катакомбы в этой игре. Вот они какие-то... Какие-то такие мрачные. Хотя сам Бэтмен брутален, конечно, и костюм его мрачен. Что ты сказал, Джокер? Я тебя немного не понял. С кем ты там разговариваешь? А, ты песенки поешь. Старый засранец. Хотя... Кстати, сколько лет Джокеру? Ребят, давайте проведем небольшой такой конкурс. Кто ответит, вернее, отпишет мне в комментариях, сколько лет нашему Джокеру, вернее, не нашему, а вот этому вот, тот получит плюшку. Плюшку в виде моей похвалы. К сожалению, на больше я пока не способен. Так, ну а Бэтмен у нас путается в этих катакомбах, а Джокер что-то там бубнит про немного этого. Скорее всего, он составляет какой-то рецепт по формуле Титана и экспериментирует со своими бандитами. Ну ничего, недолго тебе осталось. Отвечай! Это Бэт! Это Бэтмен, ребят, и вы в полной... Вам будет плохо. Работь! Вот. Вам будет точно плохо. Ну а теперь поговорим с беднягой, которого они тут избивали, наверное. Как ты? А ты как думаешь? Меня чуть не убили. Мы прятались в птичнике, и тут они пришли вместе с Джокером, подняли стрельбу, засунули нас в клетки. Они еще там? Нет, отсюда никто не выходил. Ты должен им помочь. Оставайся здесь. Они пришли вместе с Джокером. Ладно, я знаю, что с голосов нельзя смеяться. Может, у человека дефект врожденный, но ведь голос мистера Лоринайтиса все время копируют. А чем этот парень хуже, правильно? Я надеюсь, вы знаете, кто такой Лоринайтис. Если нет, то добро пожаловать в интернет или на канал QTV. Памела, я
чем ты просила. Тебе понравилось? О, да, Стивен, очень. Такой прекрасный цветок. Можно я оставлю его себе? О, нет, прости, Памела. Я не могу оставить его. Я буду приносить его, чтобы ты посмотрела. Но ведь это я, Стивен. Мне бывает так одиноко. Ты ведь не хочешь, чтобы я страдала от одиночества? Нет, конечно нет. Оставь его себе, только чтобы никто не видел. Правда? Никто. Доверься мне, Стивен. Спасибо. А теперь поцелуй меня. Я не могу. Нас увидят. Никто не смотрит. Что с тобой? Ты меня не любишь? Зови меня Плющ. Конечно, я люблю тебя. На помощь! Кто-нибудь! Вытащите меня отсюда! Слушайте, сюда идет Бэтс. Увидите его? Бросьте противных докторишек прямо в ад! Это же то, что внизу, да? Да, туда им и дорога. Отлично. И помните, если услышите ошейник, значит Бэтмен уже пришел. На всех людях Джокера ошейники. Сначала надо убрать оператора. Ну вот, Бэтмен, ты все рассказал, и мне теперь не о чем будет говорить. Ну, на самом деле, давайте все-таки немного поговорим по этому поводу. Я его навеки остановлю! А если быть более точным, про стелс-систему в данной игре. Я так думаю, лично для меня это была первая игра с такой отменной стелс-системой. Не знаю, вот я, кажется, слышал про какую-то игру, которая называется Zift или Zeft, или как-то так, которая вышла раньше Бэтмена, я в нее не играл, только видел пару роликов, но, блин, по-моему, все-таки Бэтмен держит первенство лучшей стелс-системы, конечно, если не считать Хитмана. Вот Хитман это реально... Не шанса! Полностью игра в жанре стелса. То есть, ну, по крайней мере, первые части. Вот скоро, знаете, выйдет Hitman Absolution, новая, если не ошибаюсь, пятая по счету игра в серии. Там, как обещают разработчики, можно будет выбрать либо проходить игру в стелсе, как и все остальные части игры, вернее, части серии данной игры, либо устроить просто ад на земле и стрелять... Я нейтрализовал основную угрозу, но заложники все еще в опасности. И стрелять во все, что движется. Так, ну... Так, да. Что у нас, скажешь, Джокер? Ты разгадал мою загадку, да, Бэтс? Молодец. А про мою сигнализацию не забыл? Нет. Парни, да вам даже такси не остановить. Он здесь! Не дайте ему меня найти! Прости, Джокер, но твои парни, по-видимому, тугодумы. Ну, собственно, ты и, ты и сам это знаешь уже не раз. Об этом говорил по радио. Ну, что сделаешь? Я точно знаю, что вас было больше! Все, теперь их ни одного. Вот добегались твои ребята, Джокер. А теперь все, что нам осталось, это освободить заложников и спасти мир. Ну и, конечно же, поймать Джокера, даже без этого. Джокер хотел взять под охрану вход на завод по производству титана. Нужно снова взять след Харли и найти ее. Спасти заложников есть. Осталось еще два пункта, не считая таких мини-заданий, типа найти Харли и все такое. Так жаль. Я думал, что работаю на доктора Янг. Понятия не имел, что Джокер в этом замешан, пока тот сюда не ворвался. Где эта лаборатория? Там. Меня вечно вызывают оттуда. Здесь есть потайная дверь, но, сам понимаешь, ее не видно. Я ее найду. Оставайся здесь. Где доктор Келлерман? Откуда мне знать? Какая халатность с вашей стороны потерять врача? У меня нет времени на ваши игры, мисс Айли. Скажите, где он?
У нас есть записи камер безопасности, на которых вы вдвоем покидаете вашу камеру вчера вечером. И что? Мне нужно все разжевывать. Мы знаем, что ты загипнотизировала его. Или что ты там делаешь? Мы знаем, что он куда-то водил тебя. Но по счастливой случайности, камеры безопасности около 3 часов ночи были закрыты листьями и цветами. Говори, где он? Я не скажу ни слова, пока вы в точности не выполните мои приказы. Один из заложников упомянул про какую-то потайную дверь. Ну и, конечно же, ребят, конечно же, Бэтмен ее найдет. На то он и Бэтмен, всемирно известный детектив, чтоб находить всякие там потайные двери. Я теряю терпение. Ты жульничаешь. Однозначно. Неправда, мужик. Я не жульничаю. Просто я лучше тебя, парень. Так что... смирись с этим, наверное. Так, ну что, а здесь нам предстоит снова обезвредить что ли бомбу. То есть 3 раза попасть на зелененькую волну. Все помним, как ее теперь нужно называть. Именно зелененькая волна. Отлично, бомба обезврежена. И где же? Вот она, ребята, потайная дверь. Ну что ж, заходим и смотрим небольшой видеоролик. Смотрите-ка, он нашел нашу лабораторию. Ну, раз ты такой молодец, давай покажу, что у меня тут приготовлено. Люлей второго противнику вот сейчас выходит на этот момент. К сожалению, длится он совсем недолго. А, вообще, я так заметил, длится он по принципу, сколько ударов нанесешь. То есть, если вы ни по кому не будете попадать, то можете покататься на мини-боссе. Так его будем называть, немного подольше. Если же вы нанесете довольно большое количество урона оппоненту, то спрыгните с бычка всей же секунды. Я надеюсь, вам немного поможет этот рассказ, хотя ничего нового я не сказал. Все, что нужно было делать, мы так прекрасно знали еще о первой встрече с этими мини-боссами. Ну вот, у каждого уже осталось меньше половины, это не может не радовать Бэтмена, а еще больше не может не радовать меня, так как, да, вообще именно я играю в эту игру, и так уж получилось, что именно я сейчас нахожусь на этой игре. Соответственно, это радует нас обоих. А битва аж теперь подходит к логическому концу. Под логическим концом я подразумеваю то, что наш бравый Бэтс всех побьет, конечно же, не в лечении от себя, но все-таки мы выйдем победителями из этой битвы, иначе продолжения нам не видать. А я тебе не скажу.
прощаюсь, так как 10-я серия моего прохождения Arkham Asylum подходит к своему концу. Я надеюсь, она вам понравилась. Если да, ставьте лайк. Если нет, можете не ставить ничего. Я не вижу сейчас. Впереди нас ждет большой диалог с Оракулом. На этом, пожалуй, все. С вами был Стелл. Пока-пока. Оракул. Фабрика Титана уничтожена, но Джокер сбежал с таким запасом, что у нас будут серьезные проблемы. Оказалось, хуже уже не будет. Для производства Титана использовали ядовитое растение. Оно ключ, и на острове есть лишь один человек, который сможет мне помочь. А почему ты думаешь, что ядовитый ключ поможет? Если растение в опасности, она меня послушает. В моей базе данных есть образец ее феромонов. Она где-то в садах, и я ее выслежу. Hasn't even begun.